Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно в интернете заработать денег? Как вы считаете? Нет. Не знаю. А вы как считаете? Можно, но это никому не нужно. Всем привет, меня зовут Ирина Агапова. Хочу вам представить своего партнера по проекту «Всем миром» Бориса Маркелова. Привет, Борис. Привет, Ирина. Борис принимает участие в проекте «Всем миром» несколько лет. Борис, с какого года ты в проекте? В проекте я с 2012 года. Я в проекте с 2013 года. Если люди в проекте несколько лет, значит им это выгодно. Задумайтесь, почему они несколько лет участвуют в одном проекте. Борис, давай пойдем по городу и спросим у людей, верят ли они в работу в интернете и вообще сколько им нужно денег, чтобы безбедно жить месяц. Сколько надо получать? Пойдем спросим. Пойдем. Пойдем спросим. Здравствуйте, мы снимаем репортаж. Подскажите, пожалуйста, верите ли вы, что в интернете можно заработать денег? Нет. А сколько нужно получать денег, чтобы безбедно жить в месяц? Какую сумму? Ну, рублей по 50. 50 вам каждый. Хватит безбедно жить? Да. Каждый. Спасибо большое. Здравствуйте. А можно вопросик один? Вопрос будет такой, можно ли заработать в интернете, как вы думаете? Без понятия. Без понятия. А еще один тогда вопрос, сколько денег нужно для вашей жизни, сколько достаточно денег вам в месяц, например, зарабатывать? Да кто его, говорят, денег много не бывает. Да. Спасибо. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно в интернете заработать денег, как вы считаете? Нет. Не знаю. А вы как считаете? Можно, но это никому не нужно. Спасибо. Начнешь отрабатывать. Спасибо. Можно вопросик? Вы верите в заработок в интернете? Что? Заработок в интернете. Ну, это у нас интернета нет. Ну, я понял. А еще один вопросик. Сколько нет. нужно денег для безбедной жизни? И сколько вам достаточно будет денег зарабатывать? Ну, чтобы жить... Месяц. Да, месяц. Не менее 40 тысяч. 40 тысяч. Спасибо. Да. Вам достаточно. Спасибо большое. Здравствуйте, можно вам пару вопросов задать? Мы с канала YouTube. Подскажите, пожалуйста, можно ли в интернете заработать денег? Я не знаю даже, никогда не заработал. А сколько вам надо в месяц зарабатывать, чтобы безбедно жить? У нас все есть, вы же видите, мы безбедные. Это все нормально. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. А можно вопросик задать? Можно вам вопросик задать? Пожалуйста. Верите ли вы, что в интернете можно заработать денег? Ну, в данный момент нет. Потому что я пытался заработать денег, ничего не получилось. И еще один вопрос. Сколько вам денег нужно в месяц, чтобы жить достойно? Месяц? Ну, 1050-60. Чтобы жить достойно. Спасибо большое. Пожалуйста. Здравствуйте, можно вас пару вопросиков задать? Нет, а мы не слышим. А, ну ладно, извините. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли в интернете заработать денег, как вы считаете? Наверное, мы не пробовали. А сколько вам надо тысяч получать в месяц, чтобы безбедно жить каждому? Ну так, 1040. А вам? Ну, наверное. И вам хватит насобирать на свое жилье? Мы уже в своем жилье живем, поэтому нам хватит на жить. Внукам, детям? Хватит, да? Нет. Это мы про одного человека говорим. Запросы маленькие очень. Все примерно так. Как мало человеку надо. Спасибо большое. Добрый день. С праздничком. Можно вопросик спросить один? Верите ли вы в заработок в интернете? Заработок? Ой. Ну, возможно. Если честно, не очень. Не очень. Много читал, если честно. То есть даже не пробовали? Не пробовал, много читал, и видел, еще один... что зарабатывает, Спасибо. Но как-то не верится. Еще один маленький вопросик. Сколько рублей в месяц, долларов, евро вам нужно для... чтобы вы считали себя королем. Королем, можно сказать. Ну? Ну, в месяц, реальная сумма. Сколько вот на данный момент надо получить? 1060. 1060. То есть это будет достаточно? Думаю, да. Огромное спасибо. То есть, возможно, за
полгода раскрутить сеть и получать от 100 тысяч рублей в месяц. Вот так вот люди сами подходили на улицы и спрашивали про проект. Мы никого не уговариваем. Да, это было так. Здравствуйте. Здравствуйте. С праздником 1 мая вас. Скажите, пожалуйста, верите ли вы, что в интернете можно заработать денег? Ну, я, честно говоря, не верю. Сколько вам надо денег, чтобы безбедно жить? Вот в месяц сколько надо зарабатывать? Ну, я думаю, 1030-35, если в месяц. Вы зарабатываете в день около 2000 рублей? Нет. Нет? Нет. А 1000? Ну, нет, я сейчас рублей 800-500, где-то так. Спасибо большое. А верите ли вы, что в интернете можно заработать? Маловероятно, мне так кажется. А вот. И второй вопрос небольшой. Сколько вам нужно денег в месяц, чтобы считать себя человеком, можно так сказать? Ну, реальная сумма, я понимаю. Мне просто рано об этом задумываться. Ну, почему рано? Почему рано? Вот девочка, 11 лет, зарабатывает в интернете, ведет свой канал на Ютубе. Достаточно известная. Да. Вот, вы могли бы, грубо говоря, сделать свой канал на Ютубе? Это совершенно бесплатно. Вести я его. Знаю про Ютуб, то, что там можно зарабатывать, но это маловероятно то, что можно пробиться, я об этом. Почему? Почему? Вот, девочка, 11 лет. Сколько вам в месяц нужно, чтобы заработать? Ну, примерно там 50, от, точнее, от 25 до 50 хотя бы. Вот так вот. Большое спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Можно вопросик? Верите ли вы, что в интернете можно заработать денег? Нет. Сколько вам нужно денег, чтобы чувствовать себя человеком в месяц? Сколько нужно зарабатывать? Ну, 30-40 тысяч. Вам хватит заработать себе на жилье и обеспечить своих детей и внуков? Ну, для того, чтобы детей и внуков, надо с прутодо играть. Это же лотерея. Тут все поснимают. Спасибо большое. До свидания. Ну, судя по нашему сегодняшнему дню и разговорами с людьми, 40-60 тысяч в месяц людей устраивает. Тебя устраивает 40 тысяч в месяц? Нет, меня не устраивает. А 60? Зачем? Зачем я ваши 60 буду менять на свои 250? Меня тоже не устраивает 60 тысяч в месяц, поэтому пускай люди работают на наемной работе, а мы будем фандрайзерами. Я еще хотел бы сказать, что мы никого не выговариваем, это первое. Второе, как дополнительный доход обязательно надо развивать свой бизнес в интернете. Если кто-то решился на это, то милости просим. Все данные будут под этим видео. Но мы не одни, которые выбрали проект всем миром. Я для себя сделала свой выбор. Это надежность, легальность, стабильность. И это все проект всем миром. Приветствую всех. Меня зовут Анастасия Головнева. И я выбираю проект всем миром. Добрый день. Я Твориткина Лариса. И я участница проекта всем миром. Я хочу сказать, я работаю в компании, которая занимается помощью детям. Эта компания самая лучшая, то, что я видела последнее время в интернете. Команда наша дружная, команда наша, которая помогает детям. Мы вместе. Проект Whole World – это единственный проект в интернете, где можно не только зарабатывать, но и помогать тяжело больным детям. Я Алентова Любовь из города Тольятти. Быть участником Международного благотворительного фонда «Всем миром» – это дорогого стоит. Я выбираю проект «Всем миром». Я выбираю проект «Всем миром». Привет, меня зовут Алексей Иванов. Я в программе «Всем миром» с 2012 года. Доброго дня. Зовут меня Равиля Вавилова. Я выбрала для себя проект «Всем миром». Это самый классный проект. Здесь можно построить реальный, настоящий интернет-бизнес.